Национальный центр маркетингу протягивает проведение региональных семинаров по вопросам экспорта белорусской продукции. Сегодня вопросы внешнеэкономической деятельности обмерковывали у Гомеле. На какие особенности в работе с замежными партнерами рают звернуть увагу эксперты центра, ведая Олег Сентероу. Как правильно провести маркетинговое доследование, на что принимать удел у выставах и как организовать уластную рекламную кампанию. Сегодня у Гомеля учили керовников державных и приватных предприятий правилам внешнеэкономической деятельности. У Великой зале облконкома собрались около 150 человек. Глядя на то, что Гомельщина экспортно ориентированный регион, сказать об задействовании усих резервов явно рано. Эксперты Национального центра маркетингу кажут о помылках, характерных для значной части отчинных предприятий. Шмат где до этого часу еще уластный сайт створить не могут. Складнее он існує, але только на русской мове. У некоторых организациях навод специалистов с веданием замежных мов нема. Разом с тем у Национальном центре маркетингу настойливо рекомендуют с потенциальными партнерами лепш размовлять на их родной мове. А при чатаху при пошуку новых рынков необходимо уличивать особливости местного законодавства, проверять платежоздольность замежных компаний и больше активно выкористовывать махчимости белорусских посольств. Плюс удел у международных выставах и выдание рекламно-полиграфичной продукции. Досягнуть к успеху можно только при комплексном подходе. Если речь идет о стройматериалах, о каких-то деревообработке, то здесь также влияет расстояние до потребителя. А если речь идет об услугах, о высоких технологиях или о товарах с высокой добавленной стоимостью, тогда уже география не имеет особого значения, имеет значение качество и цена, соотношение. Поэтому можно сказать, что мы работаем на весь мир. Омская область обладает значным экспортным потенциалом. Больше за половину всей продукции, что вырабатывается в регионе, сегодня поставляется на экспорт. Металлопродукция, сборжа и кормоуборочная техника, мясо-молочные выработки, химичное удобрение. Усяго за межи краины накировывается больше за 2500 наименее товаров. Только за 9 месяцев этого года их экспорт перевысил 760 миллионов долларов. И еще 150 миллионов долларов принес экспорт послуг. Разом с тем, в наступном году плановые показчики повысятся, а это значит, что необходимо шукать додатковые шляхи и к досягнениям. В части коммунальных и безведомственных предприятий Гомельская область за 9 месяцев приросла на 104,7%. Но, конечно, нам бы хотелось по итогам года выполнить поставленные перед областью задачи. Частный сектор проявляет себя с очень положительной стороны на 117% прирос и растет гораздо более быстрыми темпами, чем коммунальный. Олег Сентероу, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».